И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Диман Покемон и Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас хоррор, называется Hell Island. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Ну что, Димон, переводи здесь, ты наш классный переводчик, переводи, что написано на табличухах. Добро пожаловать в остров, часть третья. Дальше. Ну, Hells, я не знаю, как переводится, ребята, напишите, кто знает. История продолжается, что-то там. И дальше, дальше. Так, ты и твой финиш, Будда и труп сдохли и покинули остров. Дальше. Так, не наносите чек, не пойдем отсюда. Погнали отсюда, я позорюсь только. Позор. Опа, какой-то. Заглючило. Ой, надо. Во, у вас надпись есть? Да. Во, музычка крутая, не авторская ли? О, не знаю, давайте. Ого, тут прикольненько, ребята. Лайкусик, давайте оценивать ролик, не забывайте оценивать. Во, ролик. Димон, смотри, как круто все здесь смотрится-то. Вот это, кстати, атмосферно, ребята. Непривычно для хоррора. Мы, кстати, с Диманом нашли разработчика, у него именно хоррор-карты самые крутые. И осталось, Диман, сколько еще карт осталось? Ну, штук 5 еще от этого разработчика. Да, мы их записывали, и 5 штук осталось. Че вы там крутитесь там? Не, я проверяю калитки. Да не, это калитки, это все фигня. Пойдем да ну сюда. Так кажется, а потом раз и. Да не. Понял. Вот Серега знает, что делать. Так, смотрите. У нас есть здесь газета. На ней написано. Ладно, потом прочитаю. Пиво. Вот, чувачочки. Нифига ты алкаш, конечно, Серега. Да, я такой. Всю эту простоквашину выпил. Так, пойдем. Я наверх иду. Ой. Ой-ой-ой. Тут череп какой-то красный. Не бойся, он добрый. А, ты уже наверху? Я его поднял. Mysterious School. Ого. А, это я, что ли, ненормальный? Трубу нельзя взять? Нельзя. Так, давайте багаж возьмем. Типа, мы уезжаем с острова, это наш багаж, наши вещи там. На, Димас, неси. Лови, Димас, неси эту багаж. Не-не-не-не-не. В спину тебе долбанул. Пойдем. Там челик в окне стоял. Диман, склад, похоже, как есть Аниматроник 2. Череп. Да не, не похоже. Ну, вдалеке так есть что-то. О, что-то написала мне. Короче, скилл детектор, короче, активирован. Мы коллекционируем черепа просто, Димас. Мы хищники. Ой, а что меня дамажит-то? А, это я бензином в тебя полил. Да зачем? Дверь закрылась, видел? Да я видел, блин, что там было. Кто-то там, короче, живет, наверное. Так, это фургончик. Аниматроники идут по улице, люди прячутся. А я тоже бы так делал. Ребята, напишите в комментах, что бы вы делали. Если бы увидели три аниматроника по улице идут, в дома заходят, лазят по шкафам. Bring me my baby. Что-то bring я не помню, но типа мой ребенок. Давай, детка, мочи. Ой. Это взрывы происходят. Тут я точно, кажется, да, закрыто? О, открыто. Ну, если открыто, то как бы надо заходить. Димон, сейчас будет скример, вот, иди вперед. Ребята, вот когда вы видите дверь какую-то, и она открыта, значит можно заходить. Гениально, а ты где-то учился так вот именно рассказывать? Как проходить игры? Просто жизнь научил. Гениально. О, Salvation Inside, типа выходить здесь или что? А хотя фиг с вами, пойдем дальше. Ого, тут замок, его надо поломать. Очевидно, висит замок. Смотри, а смотри, что тут творится. Там вообще какая-то чепухня. А, ну давайте сюда. Вот сюда. О! Что у нас тут? Блин, стрёмно по кладбищу ночью гулять. Я видел, там кто-то ходил за углом. Ладно, я пошутил. Не пугай-то. О, генератор нашел. Давайте сюда еще сходим. Блин, тут большая локация. А! Твои лашки! Я испугался, не знаю, что сказать. Что случилось-то? Да тут, короче, челик с могилы выглянул черный и исчез. Это нормально? Так же не должно быть. Какой-то пароль нужно вводить. О.
Вот тут кровище, дерьмище. Так, код Ханка Шрейдера. День и год. Нужно ввести день и год. Какой сейчас день и год? Погоди. А, так надо на могиле найти это имя, и там будет написано. Да, нужно найти день и год. Давайте ну вот искать. На могилах написано. Как имя ты говоришь? Ханк Шрейд, как-то так. Ханк Шрейдер. Все, ребята, ищем могилу Шрейдер. С именем Ханк Шрейдер. Как Ханк найду, ребята, сразу бегите и код вводите. Так. Не код, а надо запомнить его... этот... Дата смерти, короче. День и год. День и год. Месяц не надо, месяц не трогайте. Только день и год. Ой. Блин, чё-то не могу найти. Блин, тут столько могил, ничего себе. Ищите, ищите. Шредер, Шредер. Ищем. Ханк Шредер. Ищем этого Ханка. Этого Шредера. Напоминает черепашки-ниндзя. Это не этого мы ищем? Да, да, этого. И вот же черепашки победили, вот и ищем его. Так, стоп. Откуда мы начинали вообще? Все, ребята, нашел. Идите сюда ко мне. Ну-ка, давай, найдем тебя. Вот, я вот прыгаю, прыгаю с фонариком. С фонариком. Вот он. 17-12-94. 17-94. Надо ввести 17-94. Погнали. Ну, ввел. Блин, надо круто. Во! Димон, ты классно все придумал. Найс. It's okay. Так, а теперь вот этот ключик, скорее всего, надо сюда вставить. Иди сюда. На! Круто, Димон, тебя напугали. Мне нравится. Иди, открывай. Все, я Димон открылся. Воу, мы ты пыхнулись. Блин, классная карта. Блин, Димон, представь, разработчик, как все это придумал сам. Фух, я так офигел. И сколько у него фантазии. Я так офигел просто. Жесть. Мы закрыты, Димас, тут. Все, давайте опять загадка по-любому тут какая-то. А не, нам вафли. Ой, ну нафиг, что-то происходит. Ой, могилы, могилы лопаются. Ты что пищишь, как девка? Жесть. Короче, надо могилы исследовать. А или дверь сейчас откроется, скорее всего. Все, Димон, дверь открылась. У меня все руки вспотели, валим отсюда. Серега что-то АФКшит, ладно, погнали. Не, сваливаем, сваливаем отсюда, я обосрался, блин. Неси. А, тут чувак, Димас, беги. Просто беги, Димас. Нам говорят бежать, но я бегу. Сюда, налево, Димон. О, тут тоже прикольно, весело, иди сюда. Чувак прыгнул на меня. Тут колодец, хо-хо. Я сейчас по кругу, наверное, бегу и вернусь. Ой, да опять кто-то пробежал. Блин, классно сделано. Где вы бегаете-то все? Я возвращаюсь, Димон, к тебе. Я по кругу здесь кольцо бежал, вот-вот. Там просто колодец, и там чувак на меня прыгнул. Там тупик. А, не. Как я тут пробегал, не увидел калитку. Калитку. Это бронированная дверька. Так, мы сбежали из этого острова? Нет. Ой, тут чувак какой-то лопату захавал. Может, ну, странно. Давай протолкнем ее. Это жестко, реально. Давай, давай ее протолкнем. Это ж через стену лопату просунули. Ого, тут кто-то насрал и сидит до сих пор, срет. Ай-яй-яй-яй-яй. А вы чё так быстро бегаете? Тут продуктов сколько. Чё, похаваем? Ну, я уже похавал. Ну ладно, давайте сваливаем. Пепси и печенюшка, я думаю, это норм. О, красный череп. Нормально. Давай, Димас, это какая-то... Это ж, это, походу, мы... Все, мы, походу, сбежали. Нет. Ну, почти, почти. У тебя был скример? Нет. Блин, хорошо, что у тебя его не было, такое мясо. Ой, так где мы? О, мы, возле походу, поезда. Сейчас уедем отсюда, давай быстрее. Нам бегу, бегу, бегу. Так, ребята. Рано, ну что, рано, ребята. Это Сити 17, не? Ну да. А, надо еще открыть эту штуку. Блин, тут тоже надо, короче, эту калитку разломать. Побежали. Тут надо две калитки разломать. Что делается? Походу, нам возвращаться надо назад. А, нет, не, смотри, не, не, Сити 17. Что-то здесь, что-то здесь. Там чувак перемещался. Я угадал, что Сити 17, да? Кусок взяли. Да, да. Переделали просто. Тут ГОшники. Вот там чувак выглядывает.
Подними. Чувак банку. Выглядывает. Я вижу, чувак, а чё ты? А, это манекен. Фу, это манекен. Ну, короче, труп насадили. Ой, еще один чувак отдыхает. Фу, насрал кто-то. Во, четко. О, прикольно здесь. Это что, ты тут хату сам отстроил? Тут карлики живут. Да. Для карликов вот именно. Серега, тут, пока мы там что-то смотрели, искали, он тут туннели прорыл. Труп лежит. Это твой братюня, да? Сосед. Серега? Да. А вон еда, если хотите покушать, вон. Да не, у тебя тут соседы дохлые валяются. Вдруг ты его порезал на кусочки, да? Да, это его ляжка, чисто. Что это, у тебя тут на санках, что ли, съезжать надо, да, или что? На санках, на санках. Горки какие-то у тебя тут. Вон даже телега, видишь? Вон. А как ты тут, как ты на телеге, как ты... Ты вообще странный челик, украл тачку у кого-то. Ну, может, монтировку надо? А, ладно, я думаю, ящик поломать. Вон мой сосед, смотрите, Миша. Да ну нафиг твоего соседа, жесть. Вот это сосед у тебя, Миша, стрёмный. Миша, здорово. Скорее всего, эту штуку можно сломать. Во, псих. Офигеть. Ключ взял. Что здесь произошло? Какие-то призраки обитают вообще. Не знаю. Дикари какие-то тут. Все, идемте, наверное, может, уже можно открыть. Блин, стрёмная тут фигня творится, ребят. А я... Мы прошли! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!